же вы, наконец, за ум возьметесь? Или на второй год захотели, да? А сейчас, дорогие мои, я выставлю оценки за четверть. Будут сплошные неоды. Ну вот, опять наш кобра завелась. Я совсем забыл. Вот настоящая папа из Индии привез. Ему один заклинатель змей подарил. Вы у меня дождетесь. Ты чё, сейчас запалят? Не боись, не запалят. А вообще-то, вы молодцы. Я вижу по глазам, что вы все выучили и заслуживаете только хороших оценок. Супер! Интересно. Да что там хороших? Отличных! Ну как? Супер! Такую же хочу! Двойки! Всему классу! Потому что вы к уроку не готовы! Играй! Вам все понятно! Умнички вы мои! Светлые вы головки! Здорово! Как у нее? Ух ты! Здорово! И заслуживаете только хороших оценок. О, да что там хороших? Отличных! Я сейчас всем поставлю пятерки. Пить хочу, в горле пересохло. Пей быстрей! Давай! Бубликова Леночка, 5. Очень хорошая девочка. Вова Блинов, 5. Гаврюшкина Катенька, 5. Дима Силаев, 5. Пятерка! Орешкин? А что-то я его сегодня не видела. А где наш Димочка? Я здесь, Марина Семеновна. Опять бездельничал всю четверть. 2. И в четверти, и в году.